Короче говоря, отпраздновали 1 мая. Это был тихий, спокойный, ничем не примечательный день, как вдруг в дверь постучали. Привет, нам нужно отпраздновать 1 мая. Нет. Ну давай, будет весело. Нет. Будет тортик. Нет. Будет шашлычок. Ладно, пошли. К месту для пикника мы подошли максимально ответственно. Нет, плохое место. Уже лучше, но все равно не то. О, то, что нужно. Ты уверена, здесь достаточно жутко? Да что может пойти не так? Ладно, мы развели огонь, и нам в голову пришла гениальная мысль. Ну как нам? Слушай, а пойдем собирать грибы? В час ночи? В темном лесу? Ладно, пойдем. Прошло 3 часа. Слушай, тут явно нет грибов. Да все есть, просто надо подсветить. Ну вот, молодец, фонарик где-то нашел. У меня нет фонарика. Слушай, а ты костер тушил, когда уходил? Я думал, ты потушишь. Да, и костры тушить не учили. А кто это? А, это лесник. Короче говоря, отпраздновали 1 мая.